Всем привет, с вами Fashion Vector Design, я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами поговорим о том, как создавать вот такие классные видео, которые вы сейчас видите. Это нейросеть Fusion Brain или Кандинский от Сбербанка. Она абсолютно бесплатная, вам нужно просто зарегистрироваться в ней с помощью e-mail и придумать свой пароль. Вы переходите, попадаете вот в такой интерфейс. И здесь нам предлагается с вами генерация картинок при помощи, соответственно, текста. Вот здесь мы с вами пишем промпт, здесь выбираем соотношение того, что мы хотим получить. И, соответственно, даже есть редактор, очень похожий, как есть редактор в DALL-E. Но сейчас в этом видео я вам хочу показать возможности генерации видео. Как видите, у меня вот здесь оно уже сделано. Давайте мы с вами разберем. Это можно вот посмотреть, скачать то, что я генерировала. Здесь мы выбираем с вами, соответственно, соотношение сторон 1 к 1, 9 на 16 это вертикаль, 16 на 9 это горизонталь. Можно сделать несколько сценок. Сценки получаются короткими по 4 секунды. И вот по моей практике что-то абстрактное получается очень красиво. Например, весенние первоцветы, подснежники. Добавляем еще одну сцену. Весеннее небо, солнышко и облака. Здесь можно выбрать, как это будет отображаться, как видео будет себя вести. Мне нравится первый вариант. Здесь, смотрите, достаточно много. Видно, как вот он немножечко так вращается в одну сторону, в другую. Здесь можно, чтобы оно уходило наверх, вниз. Но, признаться честно, когда вы делаете какую-то фигуру, особенно с использованием женской фигуры, это смотрится странно. Одна из лучших вариаций, которые у них есть, это действительно вот эта первая штучка, которая стоит. И она самая оптимальная. Так, ну что у меня тут такое за ошибка? Небо, солнышко, облака. Можно добавить еще одну сцену. Например, девушка гуляет по весеннему цветущему саду. Вот, у нас будет три сценки, они будут друг за другом, то есть по 4 секунды, всего у меня получится 12 секунд. И на что я хочу обратить внимание, что, видите, время генерации 4,5 минуты, то есть, когда мы начинаем генерить видео, это долго. Я сейчас нажимаю, мы с вами ждем, и потом полюбуемся результатом. Итак, друзья, наше видео готово, и давайте посмотрим. У нас с вами 4 фрагмента, 3 фрагмента по 4 секунды. Весенние первоцветы, весеннее небо и солнышко с облаками, и девушка гуляет по весеннему цветущему саду. Смотрим, что нам предлагает, соответственно, Кандинский. Очень такие приятные штучки, странное какое-то черное пятно получилось, но вот такое полувидео, полуслайд-шоу получается, вполне пригодно для того, чтобы его использовать, например, в социальных сетях, как подложку или сделать маленький фрагмент. Естественно, мы можем добавить какие-то дополнительные слова, перегенерить, сделать еще что-то новое, поменять формат, но это вот такой быстрый и простой способ использования нейросетей. Это Кандинский или Fusion Brain, используйте, пожалуйста, он в свободном доступе. Также можно вот здесь скачать.